Ciao, buongiorno. Алана Камила, фитнес Форса Палермо. Те, мента. Здравствуйте, мои дорогие. Как всегда, Алена Камила, фитнес Форса Палермо. Чай, мята, чебрец. Очень нравится. Сегодня у нас 25-е лунные сутки. Уже конец лунного цикла. Но там, где начинает, там, где завершает, там, где конец, там всегда начало. Поэтому это вот такие вот завершительные дни той цели, которую вы написали первые и вторые лунные сутки. Мне, кстати, понравился этот цикл. И, наверное, видеоэфиры я буду делать, ну, пока я подразну. Но этот месяц я решила быть просто в Палермо. Что я хочу сказать про эти дни? Это... Прислушайся в тиши голосу своей души. Вот девиз дня: прислушайся в тиши голосу своей души. И такой вот день воображения, день такой созерцания, такой вот творческий, такие вот, вот что такое творческое, такое вот доделывание. Вот и с этой стороны в тиши прислушайся к своей душе. И с этой стороны в тиши прислушайся к своей душе. Ну, такой вот созерцательный день. Вот просто вот, живите и вот дозавершаете вот, созерцание. Вот, природу, людей, ситуации, птиц, щебет птиц, ну вот такой вот, короче. Мне так вот хочется созерцательно сделать фитнес. Наверное, все-таки сделаю вот я немножко растяжки и такой вот легкий. Нет, я хотела сделать упражнение для талии. Давайте сделаем для талии. Начнем, конечно, для талии первое упражнение. Это вот медленно. Опс. Такие вот потихушечки. Раз. Опс. Два. Вот так. Опс. И три. Опс. Хорошо. Немножечко будет. Раз. Два. Это уже второе упражнение. Вот. Хорошо. Можем сделать ножницы. Это уже третье упражнение. But I couldn't figure out why until I went from 184 to 120. Oops. Так, и еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Хорошо, следующее. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9, 10. И ножницы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь, девять, десять. Отлично. Хорошо. Великолепно. И сейчас встали. Опс. Опс. И сделали. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Вот такие вот. Это уже четвертое. Жарко. Жарко спится. Я не люблю кондиционер. Опс. Хорошо. Закрываем. Можем поподнимать. Три. Четыре. Пять. Второй. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Хорошо. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И назад. Раз, два, три, четыре. Для ножек. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вытянулись. Раз, два, три, четыре. И вот раз, два, три, четыре. Раз назад. Два, три, четыре. Назад.
Хорошо. Встали. Опс. Встали. И вот упражнение для талии. Раз. Два. Три. Отлично. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Немножечко такие, как вибрация. И потом следующее. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. И следующее. Раз. Два. Хорошо. Три. Четыре. Пять. Упс. Шесть. Семь. Восемь. Отлично. Девять. Десять. Хорошо. На другую сторону. И это же то же самое. Раз. Раз. Два. Немножко так, да? Работает только эта часть. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, опс, два, хорошо, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь, девять, отлично, десять. Хорошо. Теперь присели и раз, два, отлично. Раз, хорошо, два, опс, три, хорошо, четыре, пять, шесть, семь. Восемь, девять, десять. Отлично. Оп, скинули и покатились. Вот такие вот упражнения, очень хорошие. Вот как раз таки для вот этих мышц. Запомнили? Этот комплекс делайте расслабленно, можно повторить три раза. Ой, давайте пообнимаемся. Раз, два. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Покрутим ручками. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Это очень хорошее упражнение. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь, девять, десять. Хорошо. Ну и в завершение я показала такой комплекс для талии. Немножечко. Можно еще сделать такие бедрышки. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Хорошо. Опс. Раз, два, три. Стали поближе. Смотрите. Раз. Видите? Коленочко. Немножко присели. Раз, два, три. Раз, два, три. Тоже и для годиц. Опс. Раз, два, три. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Так, и поменяли. Опять же, вот мы стоим, вот мы присели, носочек вперед, и только бедрышко. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Вот еще раз, два, три. Раз, просто бедро поднимаете, опс, как бы выталкиваете. Выталкиваете. Раз, два, три. Раз, два, три.
Раз, два, три. Хорошо. И опять же присели. Раз, два. Только бедро. Только бедро. Бедро, бедро. Бедро, бедро. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два, три. Раз, два. Раз, два. Раз, два, три. Очень, очень хорошая. Раз, два. Раз, два, три. Ну, вот такие вот упражнения, они для бедер очень хорошие. Ну и, конечно, раз мы сделали на бедро упражнение, то мы немножко пройдемся. Опс. Точка, 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 точка. Точка, 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 точка. И соединили эти точечки. Опс, опс, опс. И в обратную сторону. Точка, 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 точка. Точка, точка, точка. И опс, соединили. Такой чертим просто кружочек. Тазом кружочек. Все стоит на месте. Ух. Да, вот такие вот хорошенькие упражнения. О, так хорошо потянуться. Хорошо. О, так хорошо потянуться. И так, опс. И все сбросили. Ой, хорошо. И так вот, опс, немножко завернулись. Опс, завернулись. И один диск, второй диск, третий. И ставим. Так. Кампо. Аурелия. Чао. Так, и, конечно же, приветствие солнцу. Ставим. Один раз. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Выдох. Опс. Вдох. Выдох. Задержка дыхания. Вдох. Выдох. Это сделали половиночку. Сейчас доделаем вторую половиночку. Опять же, настроились. Так. Делаю так. Вдох. Выдох. Выдох. Вдох. Выдох. Задержка дыхания. И это все на сегодня. Это один раз. Упражнение называется «Поклонение солнцу». Como buongiorno sole, questa nuova esercizio. И altra esercizio «Cinque perle». Жарко. Продолжаем. По 7 раз. Встали. Опс. Раз.
обратную сторону. Нет, в обратную сторону. Опс. Отличненько. Следующее упражнение, как всегда, выдох, выдох, респирали. Ой, как хорошо, эбэма, потянулись. Ой, третье упражнение. Ну, я, конечно, делаю сегодня в таком созерцающем ритме, очень медленном, очень замедленном. Смотрите на свой ритм. Если вам немножко медленно, то вы добавляете свои быстрые упражнения. Четвертое упражнение. Мое самое любимое упражнение. Опс. Выдох. Респирали. Инспирали. Стоп. Ферма. И респирали. Отлично. И следующее заключительное упражнение. Собака голова вверх, собака голова вниз. Выдох. Вдох. И потянулись. Ой, спину потянули. А, хорошо такая. Эбэлита. Ой, как хорошо. Так. Для животика релакс. Бегли. Опс. Опс. Раз. Два. Три. Четыре, пять, шесть.
9, 10. Хорошо. Следующее движение. Раз. Потянули. И два. Потянули. И в таком состоянии движение. Раз. Два. Хорошо. Три. Угу. Отлично. Отлично. Опс. И еще раз. Растянули спинку. Ой, хорошо. Так. И вперед. Отлично. Хорошо. Как всегда, сделаем маленький массаж лица. Чай мента. Чай мента, чай, мята, чабрец. Это очень вкусно. Хорошо. Вперед. Назад. Вперед. Аванти. Индетро. Опс, остановили. Хорошо. Да. Хорошо. Угу. Так, мои волосы распались совсем. Опс. Отлично. Дальше. Когда? Хорошо. О, классно, классно. Подтяжаем. Везде подтяжаем. Не хочу себе. Хочу идти в душ. Всем хорошего дня. Напоминаю, что сегодня 25-е лунные сутки. Прислушайся тише к голосу своей души. День созидания. С вами, как всегда, была Алона Камила. Фитнес Форси Палермо.